Давненько к киноконцертам не было так много народа. Две программы подряд, и все места заняты. И слово «бесплатно» людей не отпугнуло. Видимо, когда идет активная реклама всеми способами и возможностями, случайные реагируют правильно и приходят. Не менее 900 человек побывало во вторник на выступлении ансамбля самураев «Камуй», созданного Тетсура Шимагучи 20 лет назад. Он объединил идею самурайского боя и театрального искусства кенгида. Его мастера выступали на различных фестивалях в Шотландии, Франции и США. В Украине он уже во второй раз, а вот в Славутичи, как вы понимаете, впервые. Кроме ярких выступлений, мастера самурайского меча «Камуй» провели и уроки для желающих ознакомиться с боевым искусством самураев. «Все очень просто», — сказал Тетсура и показал ученице Саше несколько ударов. Потом минут пять обучения... И вот результат. Знакомьтесь, славутический самурай Саша. Такой же ускоренный самурайский курс прошел еще один юный славутичанин Алексей. Лидер ансамбля Тетсура Шимагучи принимал участие в постановке боевых сцен в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла». И это добавило его ансамблю популярность. Очень трогательным была сцена про взаимоотношения учителя и ученицы. С одной стороны, вроде бы просто, но отточенные движения, паузы, музыка, воины и мечи создавали образ двух людей, явно не безразличных друг к другу, и у которых есть что вспомнить. Интересно было понаблюдать и за самой юной участницей ансамбля, ей лет 6-7, но она на равных со всеми участвовала в боевых сценах. А в финале мэр Славутича поблагодарил мастеров самурайского меча за прекрасное выступление. Ви знаєте, нас багато що об'єднує. Україну і Японію. Японія пережила страшну трагедію бомбардування Хіросімі і Нагасакі. Україна – перша єдина країна в світі, яка відмовилась від ядерної зброї. Ми разом пережили трагедію мирного атому – Фукусіма і Чорнобиль. И в финале добавил, что у казаков и самураев есть одна общая черта. Они не сдаются, и они непобедимы. В финале зал аплодировал стоя, а потом многочисленная фотосессия и селфи.